Всем привет, дорогие зрители, уважаемые подписчики! Я рад вас приветствовать на канале Rodriguez Games. И сегодня будем разбирать новый мод, который я нашел. Называется он Portal Gun. Этот мод, который позволяет создавать порталы, как в игре Portal от компании Valve. С помощью этого мода ваш персонаж может телепортироваться из точки А в точку Б. Я вот сейчас прочитал описание. Ну, давайте посмотрим, как он это будет делать, что для этого нужно. В общем, для этого нужно выбрать одно оружие, например. Сейчас попробуем. Не-не-не, подождите, сейчас, секунду. А, я выбираю сейчас пистолет, например, да, нажимаю букву О, к примеру, английская, да. И он у меня будет... Тихо. То есть у меня под этим же модом работает и трос одновременно. Сейчас мы попробуем. Сейчас мы посмотрим. Да подождите вы. Смотрите, они разбивают шары. Хо-хоу! Братуха. Подождите секунду. Дайте мне поставить. Нормально. Так, и автомат. Автомат, значит, у нас будет... Сейчас я поставлю... Закреплю за ним другой шар. Нажимаю букву... Так, мне снесли уже шар мой черный. Ну ладно, ничего страшного. Так, это у нас будет голубой шар, а это у нас будет черный шар. Короче, автобус все портит. Ладно, мы будем экспериментировать, посмотрим, как это будет. Я сажусь в свою любимую машину, меня уже приметила... Полиция, сейчас они приедут и нам помогут тоже с нашим экспериментом. Давайте залетим, вот он, да! Прикол! Вы посмотрите, как это круто. То есть получается, я заезжаю и спрыгиваю с моста одновременно. Сейчас я без машины это сделаю, чтобы убедиться еще разочек. Воу! Класс. Классно. Ну-ка, а обратно? Давай, Майкл. Я хочу обратно. Да что ж ты там, испадался весь. Оба, а ты-то кто? Ты-то кто залез к нам? А, нет. А, нам разрушили черный порталчик, нам разрушили. Секунду. Опа, нормалек. Действительно, неудобно забираться. Забираться на синий портал. То есть, друзья, веселье неимоверное, потому что можно... А, кстати, а почему бы нам не сделать? Знаете что? Я подумал, а если нам один из... Сейчас, я лучше сделаю. Один из порталов, один из шаров поставить нам как раз в магазин. Что будет тогда? Мне, конечно, бредовые идеи, но я чисто из... такого, как сказать, научного интереса. Так, окей. Опа! Она появилась на крыше дома? Она появляется на крыше дома, машина? Давайте еще подождем машину какую-нибудь. Кто-нибудь, давайте, залет. Прекрасно. Что случилось? Вау, крутяк. Получается, она телепортируется прямо в магазин, представляете? Еще! Залетела. Подожди, никуда. А, они не вмещаются, и поэтому их выдавливает из магазина. Еще разочек вам... Нет, автобус навряд ли залезет, а вот, например... Сейчас я полицейскую машину попробую сам. Поэкспериментирую. Ну да. Вау, кто-то залетел. Еще к нам попался. Товарищ, люди в шоке. Давай, вылазь уже, Майкл, из машины. Ты можешь вылезти или нет? Во, красава, молодец. Я думал, что он там застрял навечно. Не, это офигенно, это очень круто. Я думаю, нам нужно переставить шар где-нибудь вот сюда, чтобы не выдавливались. Не выдавливались. Уберем сейчас машину полицейскую. Отгоним ее в сторонку. Я хочу посмотреть, как у нас будут обычные люди заезжать. Сейчас. Оуч! Где она? Да ладно, куда?
Нет, замечательное устройство, можно телепортироваться. Кстати, я пробовал далеко стрелять шар, то есть там куда-нибудь вот, вот смотрите, нет, не попадает, столько на расстоянии, где-то, ну, я не знаю, метров, наверное, 50, может быть, где-то так, вот смотрите, да, метров 50. Метров 50. Телепортнулась. Так, что это такое? Мы попали в текстуры. Вот это жесть. Майкл, что за дела? Что за хрень? Ты прополз внутри крыши? Главное, игру не сломать. Офигенно, просто круто. Так, что бы мне еще придумать? Что бы мы еще можно сделать? Что мы можем еще сделать? Давайте посмотрим. Окей. Значит, машины проникают в магазин, как мы это увидели. Только грузовики вот не влазят, они сминают этот шар. А обычные легковые машины, да, легковые должны. Опять я в крышу залез. Да что такое? Майкл уже сегодня... Утро началось у него. Так, подожди, куда, куда машина телепортнулась, я не понял. Она исчезла у нас на глазах. А, вот она! Люди в шоке. Слышь, братишка, он понять не может, что происходит вообще. Что за угары у нас? А, я думаю, сейчас можно туда проехать, там мне кажется... Да? Во, нормально, все хорошо. А вот мы сейчас сюда проедем, вот здесь будет поинтереснее. Здесь, здесь получается, у нас места будет побольше. И мне кажется, той дурью, которой мы сейчас будем заниматься, это будет прямо здорово. Попрет. Попрет! Да! Получается, он на всей, на полном ходу влетел в этот, в эту комнату. Ну-ка. Еще немножко. Нет, грузовик не войдет. Грузовик все, все нам ломает. Это фигово. Опа! Что случилось? Не понял. Вообще угар. Так, полиция, ребята. Давайте вы угомонитесь. Давайте кто-нибудь в шар залетаем. Есть! Где он? Куда он телепортнулся? Так, у нас белая тачка. Что там она? Давай, 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 рви! Странно, не всегда он работает, конечно, хорошо, но... если я сейчас сам сяду... Не, грузовик у нас сломает. Ну как, где мы? Что случилось? Вообще ничего не понятно. Я, в общем, в этом здании. Воу, я полетел. Так, телепортируемся. А, все нормально. Смотрите, мы обратно телепортнулись. Я даже ничего не нажимал. Как-то так, игра тупанула. Но это же моды, друзья. С модами у нас всегда так. Всегда так происходит. Отлично! Давайте зайдем сюда, посмотрим, что здесь происходит. Здесь кругом пожар, а здесь только что была машина, которая залетела, горит. Горит у нас все. Что такое? А, там где-то в текстурах застряли машины. То есть, реально, чтобы... поугарать, этих двух шаров вполне достаточно. Я думаю, нам можно еще, знаете, что попробовать? Поиграть с высотой. Ну, подурачиться уже вообще. Можно, интересно. А вот если я вот так сделаю... Ну, это чисто для меня такой эксперимент. Я такого не делал. Я не знаю, что получится. Вот, например, вот так. Что будет тут? Вау, вау, вау. Я тут то здесь, то, то здесь. Майкл все выше и выше подпрыгивает. Полиция не знает, куда стрелять, то я появляюсь на крыше.
столба. Ой, господи, на крыше она. Да! Эй, ты что творишь, подруга? Они взбесились. Они пытаются меня раздавить, что ли, или что? Что ты хочешь? Вау! Она превратилась в голубой шар. Смотри, они пытаются меня прям раздавить. Вот мерзавцы. Еще интересно, если нам, например... То есть, получается, можно очень быстро телепортироваться. Я могу, к примеру, здесь разместить шар, да? И вот сюда, да? Так. То есть, оба, меня никто не видит. Отлично, о, мотоцикл. Здорово. Как раз хотел найти мотоцикл. Ну-ка. Хо-хоу! Офигенно! Ты смотри. То есть с техникой можно перемещаться достаточно легко. И просто все это происходит. Жесткач. Давай, Майкл. А вот грузовик переместится. Я, кстати, не пробовал грузовик. Что народ творит, а? Что происходит вообще? Они понять не могут, где я нахожусь. Вот, например, хороший грузовичочек. Что ж ты делаешь-то, а? Давай, 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 Майкл. Отлично, отлично. Бензовоз. То, что нужно. Да что ж такое? Я нажал специально, чтобы от меня отлетели. Блин, бензовоз улетел. Самое... Бак с топливом нам бы пригодился. А что там случилось? А нет, шар остался. Есть, телепортируется, все хорошо. И машина, смотрите, обратно. Та, которая ехала, она телепортнулась наверх. Не, ну шикарно. Мод, который позволяет вашей творческой натуре разгуляться по полной. По полной. Так, а где еще одна была машина, которую я затолкал вместе с собой? Офигенно, офигенно. А можно в городе попробовать, если... я не знаю, что нам... как на это отреагируют просто пассажиры, или не пассажиры, а прохожие, могут быть. Меня опять сбили. Люди какие-то жесткие в этом городе. Да что ж такое, дамочка? Дайте мне пройти. Вперед! Давайте отъедем в город, куда-нибудь туда поближе. Посмотрим, как у нас там будут дела обстоять. В принципе, полиция наверняка сейчас в шоке, потому что, ну, такого еще не было у нас на нашей карте. Такого беспредела. Хо-хо-хоу! Осторожно. Так, я прибавлю все-таки себе массу, чтобы мне нормально доехать без проблем. На меня что-то все агрятся. Кругом. Вот так вот тебя красиво, а, подправили. Красавчик. Не, нормально, нормально, хороший, хороший мод, мне очень нравится. Мы сейчас поедем в какое-нибудь людное место, где у нас много людей. И посмотрим. Кстати, можно еще заскочить будет на пляж. Давайте сейчас это, может быть, и сделаем. А вот так вот аккуратненько я. Аккуратненько. У меня колеса уже все прострелены. Но мы доедем до пляжа, это не проблема. Я знаю, пляж уже совсем рядышком. Так. А мне интересно посмотреть, как у нас будут взаимодействовать именно водная техника, водный транспорт. Я могу перемещаться по воде. Вот мне интересно, они будут у нас на воде эти шары плавать. Так, народ еще не понимает, что сейчас будет. Что сейчас будет происходить. Они загорают, они наслаждаются жизнью. Но тут прибегает Майкл весь в кровяке
с автоматом и начинает эксперименты свои. Так. А вот так вот, да. Опа! Так, то я на воде, то на суше. Прикольно. Я все выше и выше подлетаю. Ой, как здорово, как здорово. Так, но теперь нам нужна техника. Нам нужна техника, с которой мы... и где-то я тут видел квадроцикл был, да? Где-то здесь или нет? А, да, вон он, квадроцикл, который мы сейчас возьмем и поедем в сторону катеров наших. Там, где у нас скутера стоят, катерки разные. Кстати, полиция от меня отстала. Я вообще ничего не делал. Просто они от меня отстали, потому что я им уже надоел своими модами. В том плане, что постоянно что-то мы экспериментируем, они меня устали ловить, потому что да, это бесполезное занятие. Абсолютно бесполезно. Как здесь здорово, как здесь здорово. Так, подождите, я не туда еду. Я не туда еду. У нас в другой же стороне. Вон там как раз у нас дик... Что такое? Все нормально. Так, едем дальше. Мы сейчас попробуем. Я хочу на скутере. Или на катере. Что там будет стоять? Мы сейчас будем телепортироваться. Попробуем телепортироваться на сушу. Это вообще возможно. Или на воде. Ну, на воде... Я не знаю, как у нас получится. Кстати, надо измерить, на какую глубину вообще, где он там появляется, этот шар. Потому что можно же, кстати, и под воду телепортироваться. Ну, такой вариант тоже возможен. Ну-ка, Майкл, аккуратненько в водичку. Освежись. Надо освежиться. Так, пробуем. Вот мы уже приехали. Ну, где-то, ну куда? Ну, вот сюда. Все, хорошо. Так, теперь, Майкл, забирайся на вот эту штуку, и мы... Не, нельзя, да? А, нет, вот можно! Смотри-ка, ну-ка. Давай опробуем катерочек, садись, катерок, и мы сейчас испробуем этот мод на суше. Возможно ли не переместиться... Вообще, достанет ли у меня катер? Не, он под водой. Не достает. Это мне нужно коснуться все-таки его. Да! Что случилось? Что за фигня? Я провалился сквозь текстуры. Я где? Я вообще где? Не, ну вы можете себе представить, как я мог здесь оказаться? Это где вообще? Это в центре карты. Два шара. Подожди, а здесь... Не понял. А шар где-то здесь? Если я телепортнулся сюда, то получается... Да ладно. Нет, ну это прикол однозначно. Это вообще прикол. Так, а что... Что там у нас... Желтенькая горит, это что такое? Давайте сюда подойдем. Я что-то не понял. Так, в общем, что-то случилось, что-то непонятное. Так, таксичка, давай. Так, мы сейчас... Подожди. Мне нужно... Нет. Да что ж такое-то, а? Как тебя? Ты у нас поедешь куда-нибудь. Блин, мне нужно показать тебе место. Блин, не очень удобно. Вот почему так? Мне просто нужно показать место. Как он сюда привезет-то меня? Вот так вот, например, да? Все, давай, садимся опять. Все, поехали. Okay, buddy. Все прекрасно. Ну что же у нас? Опять это же катер, кстати. А шар тот, известно, почему он так переместился. Видимо, когда я... Где я? Так, все понятно. Глюканула немножко игра.
В общем, шар на второй куда-то провалился под текстуры. И теперь мы его сейчас перенесем в другое место. Ну, в общем, я так понимаю, на большую глубину невозможно. Невозможно, да? Или нет? Или возможно? Ну-ка. Не, нормально, да? Он перемещается. Подождите, а под водой, если вообще будет под водой? Ну-ка, хорошо. Вот они, два шара, которые находятся на дне морском. Интересный, интересный момент. Ну здорово, друзья. По-моему, под водой тоже можно. Я не думаю, что прямо слишком глубоко можно это делать. Но самое интересное, я сейчас еще последний, наверное, эксперимент проведу. А может, не последний. Пока... Так, вот так сделаем. И... Сделаем вот так вот. Я сажусь на какой-нибудь скутер. Наверное, я не достану до него. Глубоковато слишком, да? Ха-ха. Ну, вот такие, в общем, вот вещи можно творить вот так. Если так, например. Давай, Майкл, садись уже. Вау! Так, а что у нас здесь? Колесо обозрения. Колесо обозрения. Можно и здесь попробовать. Ну-ка, Майкл, запрыгивай давай сюда. Во, прикол! Кажется, я придумал. Если мы поместим один шар на колесо, на кабинку, на кабиночку, да? Нет, 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 нет. А, на него не прицепляется, да? Жаль. Подожди, подожди-ка. Тихо, 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 Майкл. Не разбей колесо, а то люди останутся без колеса. Воу! Не, падения всегда эпичные, когда я сюда прихожу. Здесь у нас аттракцион. Здесь лучший аттракцион, это, конечно же, Майкл. Или Франклин, или Тревор, кем бы мы ни играли. Так, давай повыше заберемся. Повыше никак не хочет он забираться. В общем, можно забраться на американские горки. Давайте залезем уже. Вот так вот, да. Не, нормально, нормально. Получается, мы сейчас запрыгнем наверх. На самый. Вот сюда, да? Тише, 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 тише. Аккуратненько, аккуратненько. Забегаем на самый верх. Так. Здесь ставим шар. Один. Там ставим шар. Где-нибудь внизу. Возможно это? Вот так вот. Прикольно. Представляете, самый быстрый подъемник. Они могут столько... это уже аттракцион самый лучший, который здесь есть. Майкл! Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас сегодня мод. В принципе, очень веселый, обалденный. Вы можете экспериментировать везде, в городе. Да что угодно творить.
А вот он уже исчез, да? Или нет? Или еще не исчез? А, вон. Придумывают разные трюки какие-то. Заезжать на машинах. Вот, кстати, сейчас на машине, вот интересно. Ну-ка. А сейчас вот я на машине заеду. Мне достаточно только коснуться. Коснуться этого шара, и по идее машина должна будет взлететь туда вверх. Ну, или оказаться наверху. Мы это сейчас наверняка сможем увидеть. Я не низкую машину взял, но все-таки высоковато. Чуть-чуть повыше, блин. Давай чуть повыше возьмем какой-нибудь фургончик. Фургончик, кстати, или вот, вот джип нормальный. Джип можно, он такой высокий. Джипяру. Сейчас пока все машины не перебьем с локтя. Майкл не успокоится. Ну что же, эксперимент так эксперимент, все правильно. Нам нужно же посмотреть разные вариации. Есть! Вау! Круто. Не, это шикарно. Это шикарно. Я упал. Полиция сейчас что-то ей не понравилось. Это сообщил, что приехал товарищ, который занимается всякой ерундой. Это просто офигенно. Друзья, у меня есть еще одна идея, только что возникла. Это сгонять в аэропорт и съездить, посмотреть, как дела обстоят у нас с поездом, с этим модом. Сейчас попробуем. Итак, я нашел поезд, и мы сейчас гонимся за поездом. Вау. Здесь бездорожье, здесь очень плохая дорога. Я пытаюсь сейчас обогнать его. Мы это сделали так. Сейчас мне нужно что сделать? Мне нужно сейчас установить два шара. Только это нужно будет сделать очень-очень быстро. Очень быстро. Так, ну, к примеру, вот, я не знаю, туда. И... вот так, смотрим, что произойдет. И что? И... Майкл. Ничего не происходит. Ничего не произошло. Не переместился никуда поезд. Но это было понятно. Это было бы, конечно же, нереально, если бы куда-то бы сошел с рельс и погнал бы по дороге, там, по трассе. Это было бы, конечно, полное безумие. Так, что-то у нас нету больше таксишек. Мне придется сейчас добираться. Я хотел быстренько доехать до аэропорта. Посмотрим, как будут у нас перемещаться самолеты. Самолеты — это отдельная тема. Сейчас гоняем в аэропорт, значит, друзья. Так, ну раз я здесь оказался, недалеко от ветряков, попробуем, что интересно у нас делают ветрячки у нас здесь. Как они будут себя вести? Я думаю, если получится... Нет. Я хочу попасть на... на одну из лопастей. Достаточно непросто. Оба! Ну ладно, хорошо. Ну пусть так. Крутиться он точно не будет. А можно подальше? А можно еще вот здесь? А вот так. Вау! Ты смотри, меня сбила лопасть одна. Майкл. Ты сегодня у нас экспериментальный кролик. По спине был удар жестокий. Еще. Пробуем. Мазохист Майкл. Не сдается. А если машина? Ну, машина будет потом. Сейчас машина. Тэнч. Вы видели, да, удар был нанесен лопастью ветряка. Давайте посмотрим, что будет с машиной. Что же будет с машиной, интересно. Жесть. Так, посмотрим, если я поеду в обратную сторону. Допустим, вот так вот. Я практически падаю на этот шар. Ну ладно. Мне нужно просто остаться на месте, потому чтобы меня ударили лопасти именно ветряка. Так, посмотрим.
Жесть, Майкл. Это было жестоко. Это было очень. Так, она сейчас поедет или нет? Не, она уже не поедет, она горит. Я ее как бы восстановил, но она уже не поедет. Ну что ж, посмотрели, забежали сюда. В принципе, это круто. Это было круто. Этим можно заниматься, друзья, вечно. Вечно. Отправляемся в аэропорт. Ну вот, мы приехали в аэропорт. А, все хорошо, все так спокойно, тихо, как обычно. Никого мы не тревожим. А, ну что ж, я попробую сейчас телепортировать самолеты. Самолеты. Давайте найдем какой-нибудь самолетик и попробуем. И мне очень интересно, что же будет с большим пассажирским самолетом, который у нас будет так вот. Все, я садиться могу в него, да? А, хорошо, хорошо. Так, я сейчас уберу полицию, потому что она нам будет сейчас мешать. Вот так вот, например. Уберем звездочки все, пока мы доехали. У нас было много звезд. Что такое? А, вот, все нормально. Они нас трогать теперь не будут. Мы сейчас откатим самолет назад, выведем его на взлетную полосу. Все, покатили. И посмотрим, что будет у нас происходить с шаром. Будет ли это, вернее, не с шаром, а с нашим самолетом. Мы будем использовать, как обычно, два наших шара. Черный или серый. Как его лучше назвать? Серый, наверное, да, он цвет? Так, вот так вот, да? Все нормально. И голубой. Голубой шар. Давайте вот так будет интереснее. Я вот сюда еду вперед. Майкл, постой. Я знаю, что ты умеешь телепортироваться. Мы сейчас попробуем, как у нас самолет сможет это сделать или нет. Ну, поехали. Нет. Он также ведет себя как грузовик. Он разламывает его на куски. Ты что это такое? Не понял. Что это? Сразу два спаренные. Так, мне еще интересно, вот у нас садится здоровый, огромный самолет, который сейчас также мы испробуем. Итак, я решил попробовать на большом пассажирском самолете, потому что дождаться его что-то очень-очень долго он где-то летает. Не могу, наверное, около часа я уже жду его. Никак не получается. Так, садимся, садимся. Нет, 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 нет. Вот сюда, сюда. Залетай. Майкл, давай. Не, никак. То есть я наехал реально на этот шар, он разламывает его полностью. Разламывает. Не получается. Опа, прям из машины можно, смотри, ты видишь? Оп. Ну-ка, 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 это уже интересно. А если я вот так попробую? То есть я просто буду ехать прямо. Секунду, секунду. Так можно развить бесконечную скорость, да? Нет, он все-таки останавливается, но это прикольно. Это прикольно. Ну что ж, и осталось позадуряться только с полицией. Давайте посмотрим, что можно сделать с полицией, если у нас есть такой мод. Я сейчас возьму, нажму «Разрешить полиции преследовать нас». Игнорить пусть они не будут. Сразу 3 звезды, мы заехали в аэропорт, поэтому нам сразу здесь дали 3 звездочки. Мы сейчас отправимся куда-нибудь вот сюда, где будет поинтереснее. У меня есть кое-какая задумочка, как нам можно будет привлечь полицию.
Посмотрим. Хоу! Подожди, что это было сейчас? А, я понял. Я сейчас двумя оружием, которым я выбрал, именно... сейчас попробуем задумочку. Мы сейчас... Нет. Вот хотя бы вот так. Я могу быстро забираться, да? Опа, на здание. Отлично. Так. Или хотя, Майкл, подожди секунду. Есть интересный момент. А если мы просто вдоль сделаем? У меня вот такая идея. Я хочу прицепить несколько вертолетов и кучу разной техники. Так, что у нас есть? Дробовик. Так, здесь у нас по нулям. А, кстати, мы оружие можем уже сделать. Сейчас мы сделаем оружие. Ну, вот так вот. Выберем какой-нибудь другой ствол. Ну, скажем... Так. Вот так вот. А, да тут у нас есть машины. Сейчас мы все это дело прицепим. Так, еще. Что это было? Вертолет пытается улететь или что? Что он хочет? Что он добивается этим? Садимся в машину. Я надеюсь, у нас не исчезли. Хотя это очень легкая тачка. Не знаю, сможем мы на ней поехать, а? Вот так вот я хочу. Что сейчас было? То есть я пытаюсь переместиться с первого шара на второй. Что происходит? Куча мала. Да дайте же мне встать. Так, я хочу доехать до синего шара. Получается, я моментально перемещаюсь на 50 метров. Смотрите, и вертолет таскает и всю эту технику за мной вместе. То есть вы можете... Вау! Не, нам нужно что-то реально потяжелее, чем эта машина. Какой-нибудь грузовик было бы неплохо. Где-то здесь же должен быть грузовик, а? Нам нужно реально что-то очень тяжелое. Очень тяжелое. Так. Вот такое, например. Вот такое что-то. Что-то в этом духе. Не-не-не. Сейчас мы это все прицепим. Так. Это все с нами. Так, почему у нас трос... А где вертолет у нас? Где вертолет? Я не вижу, где вертолет. А, вон там, высоко. Давай. Не могу по тебе попасть. Так, вертолет у нас спрятался. И я, к сожалению, не могу по нему выстрелить. Во, цепляем его за автобус. Хотя он слишком высоко. Слишком высоко. А, мне бы хотелось, чтобы он был бы ближе к автобусу, ближе. Тогда будет просто офигенно. Что, погнали? Ой, жесть какая! Жесть! Ну, давай, доедем. Блин, второй у нас шар пропал. Я не могу сдвинуться с места. Меня все эти машины начинают толкать. Что происходит? Вертолет опускается ниже. Они долбят и по вертолету тоже. Вау! Жесткач! Вот это жесть! Вот это реальная жесть! Ужас! Ужас! Yeah.
Так, да что ж с тобой сделать-то, а? Так, пробуем еще разок. Цепляем вот эту тачку. Я сажусь сюда. За нами закреплен вертолет. А что он не едет? Почему? Ну-ка. Смотри, меня тянет. Оба! Жесткие эксперименты. Колесо одно у меня треснуло. Вертолет ударил об землю, он разбился. Посмотрите, что можно творить с этим реальным модом. Друзья, здесь можно зависнуть. Я не знаю, на сколько часов, чтобы все попробовать. Пишите в комментариях, что вы попробовали с этим порталом, с этими... может быть, я не знаю, вы были в каком-то другом месте. Может, что-нибудь вы интересное нашли. Буду рад вашим комментариям. Ну, а с вами был Родригес. Я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. Ну и всем пока-пока.